Взвод, строимся за мною. Армичу. Взвод. Строимся за мной. Пойдемте за мной. Извиняюсь. Нормальный приказ. Нормально. Мы друг на... А, кстати, на него входи, в теории можно друг на друга. Да, выбранцы что ли. Вот это вот башню построить. А вот эту тачанку подогнать. Командиры отделения, строимся за взводным. Смотри, пошли за мной все. Мы спавнимся здесь, нам надо вот сюда привезти. Иди строй за взводным. Вот сюда вот, компани чиф. Метка. Взводная ячейка. Нажми на Б. Без. Да, блин, я как Доди говорю, на бинокль. Короче, я бинокль есть, прикинь. Термиток, ты у меня будешь главным копателем. На шифтах побежу, наверное, побыстрее. Куда торопиться? Да, на шифтах побежу. Как нам окопаться? Начали движение взвод. Все, побежали. А у меня не на шифте, а у меня на дважды даблки. Ну, мне надо сюда поближе к взводному быть, на случай внезапной информации. Без. Да он дисциплинированный, он туда, вперед убежал. Он тебе сказал, что он вперед убежал, я не знаю, зачем он тебе это говорил и зачем ты убежал. Какой-то у него каждая миссия такая хрень. Ну, крайний приказ, видимо, был туда двигаться, вот он его и выполнял. Ну, я ему хотел приказать, но чтобы он координировал там действия. Просто я могу сейчас туда побежать и умереть там. Просто не слишком как-то далеко. Да, блядь, этому отделению пизды, отвечаю. Они и все. Трупы. Ну, танков у противника же нету. Ну, нет, но миномет тяжелый есть, пулемет тяжелый есть. Они так могут... у нас две пушки должно быть. Нет, у нас расчет, а он туда-сюда бегает. Вон, видишь, пушка стоит? Да. Ее еще занять нужно. А занимать ее могут только ПТ-шники. А их четверо. Так, ладно, они окопаются в себе. Мавр, снимаешь? Так всегда. Я тебе, может, скину что-то от своего лица, я тоже снимаю. Но у меня будет не слышно. Ну, я могу звук со своего наложить. Ну, сам выберешь сам что-нибудь. Ушки. Тут такой бункер, только с одним окошком. Корнелий, ты же последний, да? Да. Ну идем, я покажу, где наше отделение, если ты будешь бегать. Получается, вон, видишь, пальцем показываю. Да. Наше отделение, МПУ. Первое. Что, будем рыть окопы? Не, зачем? У нас нет лопаток. У меня есть лопата. Да не надо, тем мало этого. Что случилось? Что, они в ту сторону не развернутся, да? Пушки только сюда будут смотреть. А они вообще и грабили? Нет, они не грабили. Где у нас две пушки какие-то есть? Какие-то на юге? На юге. А, все, понял. Это бутафория, четыре пушки здесь стоят. Понял. Снарядов на них нет. Ты, ну, как всегда, короче, это Геббельс обманул, да? Тебя к нам отправили? Нет, там копают, я пока это отдыхаю. Вот. Я просто не знаю, начну сейчас обстрел тебя тут заныкать, как пулеметчик. Ничего сейчас. Тут из бледажа только виден восток. И все. Третья фигура в взводе.
Мы когда крайний раз сыграли эту миссию за атаку, да, вот мы с той стороны дети, да, нашли, вот, туда-туда, да? Это что-то меня бинокль север, завлюсь, на север, кукурузу. Домов, вот, на север, посмотри, видишь дома, да? А, триггер, там кукурузу. Триггер. Что-то да. Бинокль подглючил у меня, слышишь, Ворот? Что? Ну, бля, я её приближаю, он просто... Что-то вот, брось, брось, брось на землю, заново возьми. Угу. Ctrl, правая кнопка. Так там же триггер. Как они тут? Ой, тьфу, блядь, конезон. Надо всё равно. Теперь всю карту вижу отлично. В смысле? Ну и прорисовку на максимум поставил. А, сейчас тоже попробую. Но что-то это... Да, сет один, вот у меня 2500 стоит. Что еще надо сделать? Ну я земля на максимум. Земля. А 10 тысяч. Ну, что-то изменилось. Слышно. Что за стрельба? Мавр, что там? Говорит? Повторяю, взводные, что за стрельба? Кто-то где-то куда-то стрелял, спрашивают, кто и куда. Ясно, как сильно. У нас никто вроде не стрелял. Ничего не удивлен. Кукуруза на связи? Кукуруза, тебя вызывают. Первый взвод, выйдите на связь. Первый взвод на связи. Что стой? Привет. Что-то ничего не слышу. Чего? Первый взвод, это у вас стрельба? А, говорит, мне первого взвода нет, никак нет. Привет. Первый взвод на связи? На связи. Это у вас стрельба? Где-то между первым и вторым стреляли. Принято. Тут, наверное, бот опять грохнул. А что по времени у нас? Это рассвет или закат? Нет, не солнце. Все. На западе вечер. Гость офицерские часы. А зачем это компас смотришь, короче, если солнце на западе, ночь в вечер. А. Да, 17 рулево. Ночью будет темнеть. Прожектора не дали. Время 6 часов, не знаю, во сколько тут стемнеет. А, у нас январь, значит, должно будет стемнеть. Ближе к концу игры, видимо, темно будет. Ну это же Африка. Какая разница, это же как бы не привязано к территории, это же Арма. Вон они, сидят. Здесь только это, ну, разное время суток. Второй взвод, выйдите на связь. А, лежат, точнее, 4 фигуры. На связи. Вы наблюдателя Айзен, послали? 263. А мы шестерочки. Наблюдатели посылали, произвел осмотр, никого не заметил. Сейчас на нашей позиции ну, стоит, да, наблюдает за копов. У вас командир взвода Грант, правильно? Верно. Можно Гранта к трубке? Он бежит, 270. Сейчас докопаем. 2 25% осталось. Сообщи о наблюдателях, находятся, получается, на... Пока не сообщай с вами. Грант на связи. Сообщи, что находится на... Грант на связи? На связи. Ваш наблюдатель сможет отступить к вам, если его заметят на 18 высоты? Нам нужен кто-то, чтобы... Севернее чего? ...смотрел возможное продвижение противника с юга. Домов 400? Два наблюдателя, так точно. Давай сделаем так. Я ему ракетницу передам.
Если он кого-то заметит с той позиции, с 18-й стрелит. Нет, это конечно. Хорошо. Красную или зеленую. Какая у вас? Не ориентирую ничего. Я посмотрю. Ну, красную. Ну, любую, в общем-то, любую. У нас же нет больше таких условий. Красную, как красную. Хорошо, все. Конец связи. Есть, первый взвод ротного, видим наблюдатели, севернее метки, дом 400. Поняли. Скорее всего, взвод Control пойдет с вашей стороны, готовьтесь. Показать инструменты карты. Один, возможно. Конец связи, докладывайте, если... Первый взвод принял, конец связи. Что сказал? Так, говорит, в конце говори конец связи. Ну, они понимают. Ты можешь рацию на громкую сделать. Не надо, не надо, я не люблю. Могу, но обычно это всех раздражает. Да, это очень раздражает. Родись, на то и родись, чтоб сообщил. На то, но интересно, я возьму. Особенно пехоте сейчас это мешает, потому что командир командовать нормально не может. Отойду на минутку. Прием. Это говорит, получается, командир перезвода. Орудие, а можете чуть севернее стрельнуть, чтобы на северную часть дороги попало? Именно на севере видели двух наблюдателей. От нас 8 километров где-то. А, командир второго взвода. Точнее, ничего не 8, а где-то полтора. Координируйте пушки по информации от практики непосыльного и передайте информацию. Которую... Вся карта 4 километра. Передайте просьбу, которую первый взвод передал. Я по линейке смотрю. Каждый приняли. Второй взвод. Не, точнее, первый взвод. Согласен. Повторите просьбу. Получается, по холму, которому сейчас попал снаряд, соседний холм с севернее, который через дорогу. Все, давайте второй взвод. Передайте эту информацию противотанкистам. Конец связи. Вон он выглядывает. Штаб ради второго взвода буду следовать к пушкам. Можно я спистику направлять? Да не надо. Мол попаду. Штаб, это второй взвод. Я пока радиста отправлю к пушкам, чтобы да прям нет. С ними связь была. Без англисы. Принял? Даже не долетит. Так, второй взвод принят. У нас получается раз... 8 паков. А, нет. 8. У нас 2 пушки. Если ты об этом. Ты посчитал. Я имею в виду, у нас 8 ящиков, значит 20, это что, бронебойный, да? Ну, АП это бронебойный, ХЕ это фугасный. Да. Да блин, у них на карте написано танковый полк. А где танки? Вот они, да? Кто куда побежал-то? Кто это прям? Не знаю. Штаб, противник замечен на от пушек западнее дом 200. Повторите. Что произошло? Противник замечен западнее дом 200. Не, ничего. Принят. Я думаю, вряд ли с одного направления пойду, скорее всего, с двух. Ну, их очень много, чтобы они с одного направления. Там окна только в одну сторону выходят. Да фиг там и вход прикрыть и все. Они по-любому будут еще открывать.
Вот окна смотри, здесь. На восток, а противник запад ожидается. Да понятно, если они нас здесь возьмут, мы можем здесь грузы. Кто кукурузу убежал? Штаб докладывает, радист 2-го взвода. Со стороны домов 10 замечен взвод противника. Штаб на связи. Что? Не, ничего, я просто тебя потерял. Штаб на связи. Даже не заметил, как ты убежал. Радист 2-го взвода. Наблюдатель докладывает, что замечен из домов 10 взвод противника. Прям на дом 10 прям? Да. Ну, почитаю, они уже там? Ну, я просто на убил, дом 10, да? Говорят, нет, да, врага. Дом 10. На крыше домов. А точно можно сказать? А, относительно зеленки 2, зеленки 3, где? Блять, арабу докажи потом. Согласен, я вот зашел вот здесь, вот. Оп, оп, здесь оп, как бы легко подняться. Я за тебя не отвечаю, без... Можно гранта к трубке? Как мне бы, не привык, как игрок я... сам. Ждать. Мне банили уже не раз. А не раз, это же не с помощью моды залазит, а просто пешком. Вон наблюдатель их, парни, на 268. Байтят. Глупые капиталисты. Да, мы сами капиталисты. Штаб ради второго взвода со второй зеленки дома 10. Мы умные, образованные. Там противник, правильно? Верно, взвод. Что, все смотрели? Хорошо. А, теперь можно, пожалуйста, мне гранта. Там типа чувак, который из реального времени, где победили. Сериал. Ну, фильм. Человек высокого замка. Да. Альтернативная реальность. Немцы захватили Америку. Штаб, второй взвод. Тем, да. Противник, что окопы, да. 220. Фильм из реального. С другой стороны. 220 да. Чего? А я не понял, как они там появились. Ладно, понял, все хорошо. Были люди, которые все, могли проходить без всякой аппаратуры. А потом мне нацисты построили устройство. Ну не надо, без, не надо. Деорганизация. Нервируй пехоту своей стрельбой. Смотри, он испугался. Ну что ты делаешь? Ой, бедный, убежал. Он слышит пистолет. Если что, на юго-запад от второго взвода пехота. Кто взвод? От второго взвода на юго-запад пехота вражеская. Взвод или отделение? По-моему, к нам. Не знаю, не говорят. 210. Просто говорят, что замечена пехота. 210 бежит одиночка, но я думаю, курьер. Нет, это боец из этого отделения, он очки. Кого-то стреляли из аппаратуры? Солнечный удар бойца. А? Солнечный удар у бойца. Понятно. Кто спрашивает? Навел же шумиху. А, шукер, да, подняли. Пусть будет ничего. Жарко. Отмазал тебя, солнечный удар, говорю, получил. Душа. Шлем нагрело. И каску тоже. Вы играли на этой миссии, да, уже? Да, я рад. Те дома были в три, ну, в зоне вообще боевых действий? Я помню, они вообще подошли, короче. Нет, я там не помню. Я помню, что вот здесь вообще все бои, вот тут аж так вот подошли к этим домам. Ну, за мостами, конечно, четко будет держаться. Вон. Это не мост. Вон взвод. Это акведук. Значит, передавай информацию. Я сейчас они теперь определят, где это. Западник домов 400, да, отделение, да, да, врага. Принял. Первый взвод вызывает ротного. Первый взвод, штаб на связи. Первый взвод ротному, а, западнее, дом 400, здесь, видим отделение противника, прием. Принято, я думаю, взвод встретят. Вот, пока что, ну, хорошо. Поправочка, видим взвод целый, а не отделение. Ну все, да. Если что, севернее, да, МПУ, 400. Если они пойдут по центральной дороге, МПУ будут видеть, как они будут выходить из слепой зоны нашей. Здесь. Будь готов. Если что, на сдержание их перебросим в другое отделение. Все, конец вот принял. Короче, когда держитесь, если что, пришлем подкрепление. Ясно. Ничего толкового не ожидалось. Не, ну а что он скажет? Ждите, танки пришлю.
потерял. Ты их видишь? Куда? Кукуруза рядышком западнее 30 метров относительно окопа. Кто там спрашивает? Чё, я спрашиваю, что-то не вижу нифига. Да вот он в соседнем окопе. Пехотному отделению, видимо, приказывал. Я взвод, смотрю, не могу, только что был, блин, все исчезло. Вот же он бежит. Хоть убей, не вижу в упор. Более 200. Бегут, бегут, бегут уже. 281. Вот и все. Так, отлично, наши их все. Еще широким фронтом будет открывать. Уже трейл с биноклем вижу. Угу. Ну, пехоты по полю атаковать такое себе. А что у них есть еще-то? Корнели, завари мне кофе. Было бы где. Опа, ложись. О, миномет. Миномет? Начал пристрелку, да? Да. О, осколок. Идут засранцы, блять, и сейчас у него есть отделение. Сообщи, что по позициям МПУ начал артоп срать. Миномет работает. Позиция МПУ, миномет работает. Штаб. Выпущен. Второй взвод, радист. Запад докладывайся. Первый взвод ротному по нашей позиции начал долбить миномет. На позиции МПУ конкретно скажи. По позициям МПУ имею в виду. Бьют, блять, понятно, еще и по северо-западу. По северо-западу противник? Или что? Верно, между первым и вторым ведут. Скажи, что вражеский взвод начинает приближение. Понял, хорошо. Между первым и вторым отделением первого взвода, правильно? Верно. Хорошо. Они сами сказали, там второй взвод видит. Второй взвод доложил. Первый взвод, командир первого взвода. Если будет угроза уничтожения ячейки, то отходите, если они вас обойдут. Смотрите, чтобы они вас не обошли. Все, не двигайся. Первый взвод принял. Говорят, если будет угроза уничтожения ячейки управляющей, нужно отойти. Артиллеристы на связи? Второй взвод. Целое второй взвод. Вот орудие. Снаряд падает чуть-чуть севернее, чтобы снаряд еще дальше падал. Потому что чуть дальше скопление врага идет. Вы бьете всего лишь по одиночным целям. Угу. По кведуку, точнее не по кведуку, а по дороге центральной проехал Виллис на север. Как приняли? Не, да, принял. Пусть пушка бьет чуть-чуть да, дальше. Смотри, чуть ближе, ближе, ближе к моему. По этот второй взвод, этот перелет, коррективу перелет, в огонь орудий. Первый взвод повторить второму взводу.
Они там, у них свои корректировщики. Говорят, кукуруза, повтори это, ну, то, что ты говорил, Кушка. Алло. Да, штаб на связи. Штаб на связи. Говорит первый взвод, снаряд бьет недолет. Пусть еще дальше бьет. Принято. Смотрите, за Шерманами, вдалеке, метрах 150 от Шерманов, движение противника. Да, да, по ним нужно бить, мы видим их. Все, хорошо. Отделение пехоты там бежит. Поэтому если МПУ увидит, пусть стреляет. Все, я понял. Окапывается диссонанс. Отделение уходит на 310-й азимут. То противника отделения. Как бы север не богатый. Первый взвод. Второй взвод, точнее, доложите. Кто у вас? Второй взвод. Второй взвод, вы живы, радист? Еще раз ответил. Доложите, что у вас? Информация по противнику. Говорит, отстреливаемся, радист, и сейчас возле пушки корректирую пушку. Понял, хорошо. Связи. Если что будет, так... Радист на связи второго взвода? На связи. А, дай ориентир пушки, окопы, пусть по ним бьют. Второй взвод передайте пушке, ориентир. Да. Пусть по окопу бьют, все понятно. Ох, хорош, прям вообще. Скажи прямое попадание. Прямое. Первый взвод второму прямое попадание было сейчас. Блин, далеко взяли. А, это... Первый взвод, в общем, примерно взвод пехоты на север уходит к вам дальше. Смотрите, чтобы они к вам не зашли по тылу. Пусть там отбудутся на стороже. Да. Говорят, что они видят обходящий с севера это, или отделение, или взвод. Что кто-то на север потопал. Я видел. Они нас не возьмут. Тут конец карты. Ты говори, кто кого вызывает, а то это прием это не очевидно. Здравствуйте. Круза, они говорят, не хотят, во-первых, полицию, во-вторых, далеко 2 километра, они говорят, без сока. Просят пока не работать потом. Ответим второй. Слушайте, смотрите, сперва информация, а потом все остальное. Свяжись сейчас этим взводом. На дороге, ну вы видите. Скажи, что на другом холму получается перед первым взводом 4 наблюдателя. Било по окопам. Скорее всего, корректировщики, уничтожьте их. Ну попробуйте, хотя бы подавить. Не останавливаюсь, я било по окопам. Первый взвод это к вам, точнее второй взвод. Ладно, я сам. Да тут просто болтают активно все. Первый взвод второго на связи. Первый взвод второму на связи. На связи второй. А второй может дать рацию командиру расчета орудия? 270. Да, хорошо. Отделение на 270. Артиллеристы на связи. А говорит первый взвод, получается севернее домов 400, северно-восточнее. 2 окопа врага. Принято, пожалуйста, бейте по ним. Прям сильно бейте по ним. Они все там сейчас сидят. Все принял, сейчас работает. 270, смотришь, командир. Где? Только что, вот смотри, разведчик, от него правее, там целое отделение было. Да, я понял. А, вон они. Ох ты ж, ё.